Добрый день, меня зовут Владимир Янжаев. Я сотрудничаю с компанией Tiens довольно недолгий срок, ну, около 2 лет. До этого последние 15 лет я занимался, как я думал, тоже бизнесом. Но этот бизнес остановился на каком-то пороге и дальше не двигался. Да, я был директором, да, я был на какой-то серьезной должности, но я был всего лишь поставленным директором. И моя оплата от нашего, от того, как платил мне директор, дошла для определенной суммы. И ему стало казаться, что я стал зарабатывать очень много денег. И на мое место он взял 5 или 6 человек, можно сказать, студентов, и стал им платить простейший оклад. И, соответственно, сократил мою зарплату в 3, может быть, даже больше, в 4 раза. И как раз в этот момент у меня родился 3-й ребенок. Ну, вы представляете, я не хочу говорить о доходах. Были приличные доходы, но упали до каких-то там 20-25 тысяч. Я, естественно, на какой-то там определенной почве решил разорвать отношения с моей компанией, в которой я работал. И решил для себя одно навсегда, что у меня никогда в жизни больше не будет директора. Что я буду сам вести, какой бы бизнес ни был, все равно я буду сам вести себя. Ну, потыркался по всяким местам, везде нужны были директора, которые поставлены. А денег для саморазвития в бизнесе, в каком-то определенном, серьезном, нужны большие были деньги, вложения. И по какой-то случайности, может, счастливый, может быть, кто-то меня направил, я попал в нашу компанию. И, разобравшись с нашим финансовым планом, о тех направлениях, в которых мы можем развиваться, в направлении здоровья, в направлении бизнеса, в направлении информации какой-то людям, я понял, что здесь можно добиться очень больших результатов. И вот я в компании, еще раз повторюсь, уже 2 года, и я для себя понял одно, что такого финансового плана, как в нашей компании, не дает ни одна компания, уж тем более частного характера, как наша компания. И буквально за год я освоил много методик, по которым я сейчас развиваюсь. И каждый день я обучаюсь, каждый день я повышаю свои возможности, свои умственные способности. И буквально, я думаю, что в ближайшее время я достигну тех целей, которые я себе поставил. Самое главное для меня стало самым важным, как я уже вам сказал, что никогда надо мной не будет директора. И я стал сам себе директором. Поэтому всем предлагаю работать с нами, развиваться с нами. И знаете, что компания Tiens дает такие возможности, что прилагая даже не слишком большие усилия, можно добиться огромных успехов. Приходите к нам в компанию, и вы будете довольны и счастливы, что здесь вы получили того, чего не получали ни от одной работы. Спасибо большое за внимание. До свидания.